Аккумулятор заряжен 1,4 вольта. Ток короткого замыкания 1,8 ампера. Начнем испытание с морозильника. Так, аккумулятор пролежал сутки в морозильнике. Давайте замерим его вольтаж. Вольтаж 1,3 вольта. Образовался иней. Теперь проверим на короткое замыкание. Короткое замыкание 1,6 ампера. То есть заряд практически не потерял. Заморозим весь этот процесс. Аккумулятор в морозильнике пролежал 3 суток. Начался процесс разморозки. Проверим напряжение 1,3 вольта. Проверим амперы на короткое замыкание через мультиметр. Выдает 1,5 ампера. Итак, аккумулятор мы сейчас зарядили, и мы его сейчас закоротим, и после этого еще бросим в воду. Итак, приступим коротить никеле-кадмиевый аккумулятор щелочной. О, жутко греется. Все. Пару часов полежал в коротком замыкании. Думаю, процесс уже завершился. Разрядки аккумулятора. Снова зарядили аккумулятор. Так, капельный режим 39 миллиампер, 1,4 вольта. Ну вот, 3,4 ампера. До краш-теста емкость аккумулятора составляла от 3 ампер до 4 ампер. Все зависит от того, каким током заряжать. 200 мА, 500 мА или 700 мА. Чем ниже ток, подаваемый на аккумулятор, тем больше емкости набирает аккумулятор. И напоследок еще попробуем закоротить аккумулятор в солевом растворе. То есть здесь у меня соль. Кладем соль. Соль не жалеем, кладем побольше. Сейчас размешаем все это дело.
Итак, соль растворилась, и сейчас положим в солевую ванну наш заряженный аккумулятор. Процесс пошел, начали выделяться пузырьки газа. Ну и оставим его так на сутки, пускай лежит. Что с ним произойдет? Итак, прошли сутки. Вода стала грязная, ржавая. Значит, если приглядеться, здесь до сих пор идут пузырьки газов. Вот такая штука. Сейчас я ее помою под водой. Посмотрим, что у нас получилось. Отмыли аккумулятор под водопроводной водой. Разъела гайку. Вот что осталось от гайки. Вот только маленькая штучка. Вот обычная гайка. Шпильки остались целые. Вот, значит, плюсовую гайку разъела. Вот что от нее осталось. А вот минусовая гайка в целости и сохранности. Аккумулятор, ну, в таком нормальном состоянии. Проверим напряжение после истязания аккумулятора. 1,2 вольта. Ток короткого замыкания составляет 1,2 ампера. Ну и сейчас я поставил его снова на зарядку. Поставил ток 0,5 ампера. Ну, давайте посмотрим, сколько в него еще закачается. Аккумулятор не разрядился до конца. Только гайку съела вот здесь, на плюсовом контакте. Итак, аккумулятор после солевых истязаний в водной среде снова зарядился. Давайте посмотрим. 1,4 вольта. 2,6 ампера он дозарядился. Над аккумулятором были проведены длительные испытания по поводу закоротки аккумулятора. Было произведено больше 10 зарядок и разрядок в коротком замыкании. Аккумулятор выжил и до сих пор остается в рабочем состоянии.
Спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. До новых встреч на нашем канале. Вас ждет еще много интересного.